Всем привет! Новое видео на канале. 2023 год, январь месяц, и мы получили, я получил посылочку с пикселем. Соответственно, 5, пиксель 5. Шикарный телефон. Это у нас, соответственно, бэушечка с полным комплектиком. Что мы получаем сейчас в комплектации? В вашем айфоне есть вот эта комплектация? Я думаю, что нет, нету. У нас есть переходничок, кабель, зарядочка. Все практически новое. Документация, скрепочка, сам пиксель. Сейчас я его распакую и вам покажу. Естественно, это бушечка по очень хорошей цене взята. Прям вообще по сладенькой цене. И в качестве презента продавец Никита. Большое тебе спасибо. Он не занимается пикселями, он купил себе 7, а этот, соответственно, продал мне. Вот такой вот чехол в комплекте в подарок. Сам телефончик сорта зеленый. У него для БУ состояние идеальное. Можно сказать, офигенное. Здесь установлено, наклеено стеклышко, точнее не стеклышко, а гидрогелевая пленка. Я уже в пункте выдачи основной функционал телефона проверил. Звуковой динамик верхний обязательно проверяйте, он здесь пьезо, поэтому чтобы все работало. Так что как-то так, кнопочки, все, ничего не люфтит, экран у нас без проблем, хороший. Давайте сейчас оденем чехольчик, посмотрим, как в чехольчике. К чему это я? В общем, Pixel 5 фоткает вот как-то так. А снимаю это я все на iPhone 12, который, естественно, надо будет продавать после всего этого. Поднадоел мне iPhone. Здесь без проблем привяжется, я думаю, карта МИР. Да, здесь сканер пальца в задней стороне телефона, но на самом деле... плевать, на это плевать, он удобный, здесь неплохие камеры, здесь 90 Гц дисплей, на iPhone 12 60, здесь удобная диагональ экрана 6 дюймов, здесь для 2023 года все, для меня, по крайней мере, отлично должно быть. Вот экранчик, вот, соответственно, это у нас Full HD+, как я понимаю, OLED, есть так называемый Always On Display. Еще раз повторюсь, отличные камеры, отлично установлена, это у нас гидрогелевая пленочка. В общем, друзья, вот такой вот пиксель. Господи, фокусируйся, iPhone не хочет фокусироваться. Сейчас чехольчик одену. Я к чему это? Не стесняйтесь покупать БУ-устройство, не стесняйтесь переходить с iPhone на Android. Я считаю, что у меня был бы выбор. Либо БУшка Samsung S21, даже может быть S22, но я посмотрел отзывы, посмотрел, как она снимает, сколько держит батарейку, сколько стоит БУ рынок и сколько стоит Pixel 5, и мне важен был размер. Да, кто-то скажет, что здесь аккумулятор такой себе. Ну, признайтесь сами себе, вы в любом случае телефон в каждый вечер ставите на зарядку. Ну вот с Pixel 5 как бы это будет точно так же. Один раз в сутки вы будете заряжать. Чехол у нас сейчас я другой рукой пытаюсь достать чехол. Это презент от продавца. Он сказал, говорит, немножко, говорит, ну такой типа не новый, но я считаю, что все с этим чехлом классно. Сейчас оденем в чехольчик и посмотрим, как он будет выглядеть. Вот так вот он выглядит в чехле. Это просто бомба-бомба Лейла. Соответственно, чехол у нас цепляется в руку, потому что он тканевый. Он из ткани. Он зелененький, он офигененький. У него приятная текстура, у вас телефон, ну, практически не будет выскальзывать с руки. Да, и без чехла. Чехольчик, ну, он, в принципе, все говорили, что он делает пиксель немножко, типа, больше. Да, делает. И не настолько, чтобы прям совсем вау-вау-вау-вау-вау. Ну что,
палец тоже ложится замечательно. Pixel 5. Не стесняйтесь покупать БУ-устройство и не стесняйтесь переходить, еще раз повторюсь, с айфонов на Android и обратно. Если вам нравится экосистема Apple, она прекрасна практически во всем, но сейчас из-за санкций мы не можем пользоваться ни оплатой по карте, мы не можем нормально оплачивать сервис iCloud, мы не можем, в принципе, что-то покупать в App Store. То есть это все через какие-то костыли. Ну, а на андроиде открытая система, скачал АПК с интернета, поставил банковские приложения, загрузил MirPay, и все будет работать. SberPay, MirPay, в общем, без каких-либо проблем. Не надо носить карточки с собой в 2023 году. Pixel 5 сорта Sage, если не ошибаюсь, так он называется, вот с таким вот чехольчиком. Огромное спасибо тебе, Никита, что отправил. Не обманул. Совсем скоро увидимся. Спасибо за просмотр. Пиши Дональд Дак, если досмотрел до этого момента. Я думаю, что обязательно будет небольшое короткое видео о сравнении камер. Просто на примерах видео и фотосъемки с одного ракурса в одном и том же месте. Несколько фотографий, несколько портретных фоток. Для того, чтобы вы понимали, что вас ожидать, если вы, допустим, пользуетесь пикселем и хотите перейти на iPhone, и наоборот. Будет сравнение как раз-таки с 12-м iPhone. Ну, а этот 12-й iPhone снимает вот так вот видео с рук, как бы без подготовки, без каких-то плавных проходок и так далее. Просто видео для YouTube, для вас, дорогие мои. Ну все, совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.